5 июня в городе Верхнеуральске у подножия горы Каменная Сопка после двухлетнего перерыва состоялся 30-й легкоатлетический пробег «Степные просторы». В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из Челябинской области, Республики Башкортостан, Нижнего Новгорода, Москвы и Симферополя. Им предстояло преодолеть дистанции протяженностью 3, 6 и 9 километров. После завершения регистрации прошел торжественный парад открытия пробега и лыжной базы нового спортивного сооружения на территории Верхнеуральского района. К участникам с приветственной речью обратились глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов, председатель районного собрания депутатов Виталий Фомин, главный судья соревнований Василий Урцев и председатель совета директоров БелАЗ Урал Василий Кузьмин. Они пожелали участникам быстрых секунд и честной борьбы. Мы очень много делаем для того, чтобы спорт в Верхнеуральском районе развивался. Строим закрытые спортивные хоккейные площадки, там построили бассейн, развиваем стадион. Сегодня вот эта точка, вот это место, это лыжероллерная трасса, это лыжная база, это еще одно подтверждение того, что спорт в Верхнеуральске развивается и что это необходимо нам, верхнеуральцам. Мечта исполнилась. Мы довольно долго шли, значит, именно к такому формату, именно вот то, что у нас сегодня получилось, и мы к нему пришли. Значит, ну, это в первую очередь мы доделаем еще 1,5 километра, будет еще один круг, и это будет 2,5 километра трассы. Ну, это нормальная мировая, значит, мировой стандарт. И будут еще 3 спортивные площадки. Верхнеуральский район еще такой точкой роста приобрел в лице вот этого замечательного комплекса. Спасибо спонсорам, спасибо нашим землякам. Всем хорошего настроения, хороших стартов. Ну и, конечно, пусть победит сильнейших, с праздником. Ровно в 12 часов был дан старт первому забегу на 3 километра. Спустя 15 минут на дистанцию отправились участники 6- и 9-километрового забега. Основная борьба развернулась между спортсменами Белорецкой и Учелов. Победителем среди мужчин стал Максим Тимофеев, а среди женщин Нелли Янсапова. Оба спортсмена из города Учелы. В забеге младших возрастов среди мальчиков победил Максим Ахмадеев, среди девочек Варвара Мальцева. В данных возрастных группах все победители – представители города Магнитогорска. Все участники остались довольны соревнованиями и планируют приехать на следующий год на 31-й пробег. Управление физической культуры и спорта Верхнеуральского района выражает слова благодарности генеральному спонсору соревнований в лице Василия Владимировича Кузьмина.